think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, еще немножко поговорим о этом же баге. Я добирал уже, досматривал какие варианты, есть возможность. И за 5 попыток, которые у меня остались на аккаунте, я смог забрать в 5 раз. То есть я 5 раз забирал плюхи. Как это работает, сейчас я постараюсь вам показать. У нас осталось, правда, там не 5 попыток. Мы сейчас попробуем на одной. Заходите в акцию, ждете, она открывается. Сейчас посмотрим, сколько в итоге мы чего словили, и пооткрываем плюшки. Ну, это, наверное, самый лучший подарок этой GG за 5 лет. Ну, по крайней мере, то, что я успел застать, то, что я видел, сам пробовал. Остальные акции, да, там есть халявные, там надо тратить самоцвет. Вот у нас кирка есть, нажали на нее, подождали пару секунд, вышли. Вот, кстати, еще да, пришли награды, все-таки 6 даже. Это еще за 5 попыток предыдущих пришло. В общем, нажал я, сейчас будем ждать. Побежали опять в акцию. То есть один раз мы нажали, у нас 4 итема осталось. Ну, по крайней мере, на 5 так работало. То есть получается, я забрал там, сколько у нас было? Ну, 5 или 6 попыток с... То есть увеличение идет в 5 или в 6 раз. С одной попытки мы делаем 5-6. Ну, я не знаю. Точно так же, в принципе, это и работает и на сундучках, то есть надо быстро выходить. Нажали, вышли, нажали, вышли. Вот 4 у нас осталось. Опять нажали. Пару секунд подождали, вышли. Может, оно так не покажет, я не знаю. Может, где-то оно конфликтует, но, по крайней мере, у меня так сработало. Я вам показал это на первом видосе. Сейчас я просто уже дальше ролил до конца, до победного, и смотрел, пересматривал, каким образом приходят плюхи. Но по 5 попыток вот так вот у меня получилось. Сейчас я покажу, сколько чего мы набрали, и пойдем посливаем плюшки, повыбиваем, что там интересное у нас получится. Ну, сегодня реально это самая крутая халява, тем более на русском сервере, на других серваках вряд ли такое было и будет. Вот опять 4 попытки у нас есть. Сейчас я зажал пару секунд и вышел. Вот, в итоге, смотрите, у меня еще до сих пор... Жесть. Вот еще до сих пор плюхи приходят. Что я могу сказать? Я могу сказать просто спасибо AGG. Русский сервер для бездонатов. Самый трэш. А вы, ребята, донатите в игру. Вот мне вот интересно, знаете, вот мне интересна реакция тех, кто донатил в игру там на героев тоже дофигища бабла, чтобы их выбить. И тут вот такая вот фигня. Что вы будете делать, ну, вот на таком сервере? Ну, вот я не знаю. Да, это все, конечно, это прокол, но зачем донатить? Вот реально, зачем донатить в игру? Для чего? Вот вопрос, для чего? Так, мне интересно, сейчас по одному будут нам, вот смотрите, опять такие осталось. В общем, таким вот образом я по 5 понабивал. Я не знаю, будет работать, не работать, вы можете у себя проверить, потратить там пару этих. Ну, единички вообще что-то не приходят, не знаю. Сейчас перелогинюсь. По крайней мере, у меня так это работает. Я вот набил, вот только что, вот у меня было 9 их оставалось попыток, я на 5 жал. Возможно, на 5 работает. Ну, многие ребята уже написали, у них это получилось. Вот, одна награда пришла. Интересно, спишет или нет. Многих так получилось. По крайней мере, я не знаю. Некоторые говорят, что у них вообще не заходит. У некоторых заходит через раз. Тут уже, я не знаю, кому как, наверное, повезет. Ну, у меня, по крайней мере, получилось это сделать. Хоть на этом аккаунте. Я сейчас пойду еще на один аккаунт проверять.
Я надеюсь, они к тому времени эту халяву не прекратят. Возможно, списалось, то есть не надо перезаходить. В общем, пишите в комментах, кто что заметил в этой акции, чтобы другим было попроще пока. Это подарок. Это, знаете, после пятницы 13-го нас решили побаловать. Так, ну давай, заходи. Сейчас покажу, сколько я чего набил. Ну, за 40к я вам скажу, это реально дофига. Дофига, потому что я на английском у себя сливал. У меня там в 3-4 раза было меньше. Не говоря уже про плюхи, которые дают сундуков. Не, все-таки попытку списали. Ну вот, смотрите, вот вам доказательство. Попытку-то списали, но вот эти попытки, которые мы заходили, вот, пожалуйста, еще 3 сундука пришло. То есть 4 попытки мы с одной сделали. То же самое с сундуками. Я не знаю, у кого как, у каждого, наверное, по-разному. А, поехали. Вот что у нас получилось. 4 донатных, 2 таких... Сундуков 60 плюс, блин, это реально круто, это за 40 тысяч самоцветов, ну, блин, камон, GG. И помимо этого мы еще наквотали дофигище пыли. Так, давайте сейчас я поудаляю. Обычных пооткрываем сундучки. Пойдем пооткрываем пыльцу и откроем донатные карты. Такс. Ну вот еще подгон. Ну вот скажите, вот ради такого подгона не стоит? Я думаю, что реально стоит. Так, это что, сундук гильдии, можно продать. Это можно недостаточно. Да нафиг этот, боже. Вот, ради такого вот подгона, я не знаю, стоит потратить полчаса и самоцветы, которые у вас есть. Поехали, пооткрываем это все сейчас. Ну, блин, реально круто. На аккаунте не хватает донатных героев, не хватает некоторых героев, я их повытаскивал в роллинге, пересмотрите, это уже третий видос на этом аккаунте, опять не хватает места, ну. Сейчас попродаю больше. То есть, судя по всему, где-то идет разрыв соединения. Я не знаю, каким образом попытки засчитывает, но надо, я заметил, надо быстро выходить, и, соответственно, вы можете получить намного больше плюх. Ну вот, смотрите, еще плюхи приходят по одному. Это все вот те плюхи, которые я говорил. Вот так вот, ребята. То есть, 6-7 раз можно получать. Такс. Такс. Поехали дальше, открываем. То есть плюшки реально работают. Надо быстро выходить, и все будет гуд. И у вас будет возможность просто тупо на халяву получить побольше карт, побольше всего. То есть надо просто тупо зависнуть, потратить там час на это все дело. И все будет гуд. Такс. Забираем все остальные плюшки. Места у нас уже хватает. Блять, жесть. Сколько всего за 40к? Это круче любого коллекционера, я вам так скажу. Это самая топовая халява, которая была вообще на русском сервере за все время. Так, эти плюхи я открою. Так, давайте откроем карты. Малышник. Бум, Бугимен, отлично. У него это недостающий герой. Супер. Я надеюсь, нам не выпадет 4 дуэлянта. Потому что это будет жесть. Так, что у него не хватает? Барт. Ну, у него всех донатных таких топовых. Полярный лис, Лео, Ледяной феникс. Космо. Кстати, мы их можем вытащить с карты. А, не, да, все правильно, с пятой карты ж можем вытащить. Оккультист свален, ну, такое.
К сожалению, космолидяху не вытащили. Так, ну, Свалина мы выбили. Хорошо, поехали. Самые ценные, ребят. Самые ценные за сегодня. Дуэлянт. Барт, ну чё, поздравляю, Барт есть. Еще один Барт. Дайте, блядь, Лиса. Блядь, три Барда, ну... Блин, пипец. Ну пофиг, даже так это круто. Я считаю, это реально круто. К сожалению, лисицу мы не словили, но... Кстати, дуэлянт у него есть или нету? Некоторые ребята... Так... А, дуэлянта у него тоже нет. Пожалуйста. Три барда вылетело. Хорошо, хоть один дуэлянт упал. Так, окей, поехали дальше. Поехали, у нас осталась пыль. 724 пыли, ребят. Поехали, проверим. Зефир. Божество, 5 осколков. Я не буду уже там переставлять, показывать. Я хочу по бырику заролить. Сейчас постараюсь словить момент. Так, все, полный сундук у нас, походу. Забрали. Сейчас посмотрим. Божества 14, полярного лиса 28 осколков. Ну, понятно, мы его тут за такие, ну, за столько пыли не соберем. Кстати, интересно, что... Ну, зефир хреноватенько падает. По зефиру 72 осколка. Но все равно дополнение какое-то к аккаунту, я считаю, это очень крутое будет. Супер. В общем, сегодня реально офигенный день. Я надеюсь, у вас у многих получилось собрать недостающих героев, пока есть такая возможность. Сейчас посмотрим в итоге, что мы собрали. Так-с, смотрим. Лис 76 осколков, как-никак. Божество 43, мастерун 36. Барт нафиг не нужен, Мэри, понятно. Фобушка, оккультист, зефир 81. Так, и что у нас там еще по плюхам? 36! Офигеть, ребята, 36 сумок. Блять, это круто. Это реально круто. Еще камешки получили, и еще пятые получили в итоге. Что я могу сказать? Ставьте лайк, юзайте, пользуйтесь, подписывайтесь, кто не подписан. Это мега халява сегодня была на русском сервере, она пока что есть. Всем удачи. О, еще 0,2, два, ну, СО 10, в принципе, тоже круто. У него СО не хватало, почему бы и нет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.